Более 2000 цистерн в год, аналогов которым нет на российском рынке. На плановые мощности сегодня вышел Тихвинхиммаш. Предприятие приступило к работе менее года назад. В настоящее время здесь трудится порядка 600 человек и планируется создать еще около 400 рабочих мест. Объем инвестиций в производство превысил 5 миллиардов рублей. На сегодня Тихвинхиммаш имеет 15 разных моделей вагонов цистерн для перевозки в том числе серной кислоты, метанола, аммиака и каустика. Одно из новшеств, которое предприятие смогло применить для цистерн для перевозки аммиака и метанола, это габарит ТПР. Габарит ТПР позволяет увеличить ширину вагона на 200 мм. Казалось бы, относительно немного, но это дает порядка 15-18% увеличения объема кузова. Это достаточно много, это заметно сказывается на экономике перевозки. Российские железные дороги могут в одном поезде провести на вот эти же 15% больше груза в этих вагонах. И это достаточно существенный экономический эффект для всех участников перевозочного процесса.